Приветствую вас, друзья, на канале Лобби Плей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Planet Zoo. По вашим просьбам, мы сегодня будем заниматься выращиванием белохвостных гну. Есть маленькие изменения в нашем зоопарке, друзья. Сейчас мы быстренько покажем, пробежимте. Вот этот мучился вот с такой штукой, друзья, смотрите, да? Вот такая фишка. Подвесная платформа, довольно-таки она все еще через весь парк проходит у нас. Ну, не знаю, эстетично как более-менее нормально выглядит, но зато у нас посетители очень радостны, и у них все прикладывают. Все им нравится, все им очень-очень-очень нравится. Так как мы еще добавили, конечно, парочку магазинов сюда, как уже, наверное, видели. Здесь у нас будут обитать гну. У них забор второго класса, высота 1,50 м, но я сделал 2 метра на всякий случай. Вот, им надо 472 квадратных метра, немного, ну, и сюда, потому что я не знал, что сюда засунуть, я думал, тут магазинчик, как раз они будут выкупать все, что им надо, и давайте тоже приступим, друзья, тогда сразу к этому делу. Как видите, у нас очень неплохие денежки, да, уже почти что 300 тысяч, почти что 4,5 звезды, 4, ну, и четверть, да, так скажем. Ну, сейчас мы заведем этих животных наших сюда. Вот я уже приобрел. Они приобрелись у меня за листочки, экобаллы. И довольно-таки неплохие показатели. Плюс-минус, да? Ну, сколько мы могли получить, да, если дело, за эти животные сюда. Ну, сюда. И самочку тогда ему перекинем сюда еще. Центр обмена переместить. Тоже сюда. И тогда уже будем смотреть, как обычно, по тому, что им нужно. Им, кажется, вода не нужна была. Нужно было только 400 с лишним квадратных метров. И будут бегать. Так, что здесь у нас? Вот эти трубкозубы, они мне просто очень раздражают. Они мне просто постоянно бесят. Что такое? Уже серьезные проблемы. Что такое? Стресс. Почему? Почему она подавлена? Почему он пытается спрятаться? И сейчас у них, видишь, автоматически все повышается. Я не знаю, они больше всех заставляют проблем в этом плане. Так, где мои? А вот несут наши белохвостные гну. Ну, это там со временем это все исправится. Так, ну что, смотрим. Вот она же такая вот. Вот и белохвостный гну, да? Вот так, как он выглядит у нас, да? Красавчик, красавчик. Да, сексуальный гну. Короче, значит, сделаем сейчас паузу, кстати. Ставим паузу. Зоопарк. Исследование. Исследование. Так, не механик, а вот это. И сразу же направляем сюда вот эту женщину. Пусть изучает наших... А почему тут такая вот кружится? Ну, пусть она... А, не, ну так, нет, нет, это будет, потому что это будет быстрее, гораздо быстрее. А эти, не знаю, почему, что дает это вообще, без понятия. Ну да ладно, пусть они тут работают над этим, все равно у нас все уже изучено. 32, но это сейчас изучается. Все остальное у нас изучено. Так, смотрим, что им надо, обогащение. Так, что у нас по укрытию? Надо укрытие, землю им нужно. Сейчас сразу делаем дорожку. Нет, ландшафт. Что им надо? Земля, нужна земля, рыхлая земля. Ну, например, давай куда-нибудь сюда. Вот так сделаем. Я добавлю все-таки какой-нибудь маленький водоемчик сюда где-нибудь. Такой совсем малюсенький. Сделаем чуть поменьше кисть, размер кисти сделаем. Давай. На, это. Сколько мы уберем у них квадратов? Ой, у них очень много квадратов, так что не о чем переживать. Потому что водичка должна быть в любом случае. Так, объекты, значит, смотрим вольер, смотрим их место обитания. Значит, посмотрим вот такое что-то, вот такое, не слишком большое. Ой, огромный, слишком большой. Что у нас здесь? Ой, тоже огромный. Ну, такой как-то кирпичный, мне не нравится. Хм. Тоже такой, ух ты. Слишком огромные все, они такие большие все. Тоже такой, не ахти. Да что ж ты там сердечко прям поставил ему? Я бы с удовольствием это поставил, но... Я хочу, чтобы их видели, блин, со всех сторон. А для этого нам надо сделать что-то наподобие вот такого, да? Ну не, слишком маленькая, не нравится мне такая. Или вот что-то такое.
Или вообще с вами создать что-нибудь такое похожее, красивенькое. Ой, блядь, это вообще бешеный какой-то. Нет, значит, поставим вот такой вот. 660. Довольно-таки неплохая. Вот сюда поставим его где-нибудь. Вот так. Кстати, они тут застрянут. Могут застрять? Да, они могут здесь застрять. Так что да, ну, чуть подвинем. Вот так. Смотрим, что у нас по укрытию. Ну, по укрытию должно быть уже у них все шикарно. Укрытие почему-то мне не... Да, все по укрытию, все отлично. Ставим вольер, спальные места. Вольер, спальные места огромная. Средняя, огромная ставим. Вообще как-то... Вот так надо ставить их. Ну что-то вроде наподобие этого будет нормально. Так, смотрим дальше, у них водичка, у них есть, у них очень мало вообще потребностей, у них что? Биом луга. Ну, значит, только по лугам мы будем действовать. Так, значит, ставим, сейчас ждем, пока у них, пусть изучаются. Ой, куда ты, а что ты его телепортанул? Так, смотрим, что у них здесь есть. Ух ты, блядь, что ты упал? Так, у них социальная группа 26, и, подруга, иди сюда. Ой, иди ко мне, вот сюда. Ух ты, полетел? Полетел. Социальная группа просто. Социальная группа. И почему-то... А, слишком мало взрослых. А вот какая фишка, да? Можно какую-то... Ну, давай, может быть, что-то... Подожди, приобретем ему... какую-нибудь более... Ну, постарше, может быть, что ли? Давай посмотрим. У нас есть вот 8,7 лет. Или вот, например, Берлохвост. Блин, 750. Блин, а самка есть какая-то такая за деньги? Такая довольно-таки взрослая. 6 лет, 7 лет. Белохвостный гну. Блин, белого цвета. Смотрите, он белый. И давай приобретем. Блин, ген фертильности вообще 0. Нет, нам не нужна такая. А это что у нас? Тоже ген фертильности 0. Здесь 33, но так себе. Так себе удовольствие. Ну вот здесь за 750, пацан. Ну блин, тоже. Ну ладно, возьмем. Переместить. Блин, так дорого стоит. Я надеюсь, что они не будут тут воевать между собой. Благополучие 0. Ну это вот первая такая шняга у меня, да, получается. Сейчас нам самца сюда принесут. Это папа старше. Может быть, тогда будет более что-то нормальное. Так, а почему, а почему мы не поставили самое важное вообще, друзья? Объекты, денежку. Самое главное, не поставили, такие вообще бесстыжие. Тут сколько бабосов здесь будет сейчас. Ну? Бросайте боссы. Им уже забросили бабосик, смотри. Несут. Давай, смотрим, как у нас тут будет себя чувствовать сейчас. О, социальная группа уже получше. Нам бы еще какой-нибудь, блин.
Такой арендующий красавчик. Давайте посмотрим еще раз. Может быть, приобретем все-таки самку. Но они все, блин, молодые. Может, эту? Ну, покупай уже. Ого-го. Они будут драться из-за... Нихуя себе, блядь. И как это? Вот социальная группа говорит, что слишком маленькая. На что мне надо одного альфа-самца, и все остальные, постоянные остальные должны быть самки, что ли, я не понимаю. Но будет постоянно у меня сейчас получаться такая фигня, что будет драться из-за того, что мне не нужен альфа-самец. Значит, знаешь, что, друзья, делаем это, да, мы просто, да. Опустить его на волю. Потому что нам это нахер не нужно, чтобы я тут постоянно вот занимался этой шнягой здесь. Но здесь уж хоть и будет, здесь, блядь, какие-то проблемы с альфа-самкой и что-то вроде этого, да? Я надеюсь. Ладно, стресс, короче. Смотрим, что у нас там изучают. А что у нас по минусу пошли? Ну да, потому что мы сейчас же приобретаем все. Так, смотрим, что у нас по изучению. Зоопарк. Блин, так долго изучают. Ладно. Им нужна еда. Вольер. Еда. Корыто с водой большое. Белохвост и гну, вот. Уже тут начинают возникать пацаны, блин, по поводу этого дела все. Кормушки. Кормушки, кормушки. Поднос для маленький. Бельгальский тигр. Нет, нам надо вот такие какие-то миски для демаленька, миска для большая, для большая. Белохвостый гну. Или слишком много я всех ставлю, блядь, вещей вообще, походу, мне как-то кажется, блин. Скучает, конечно, не скучает, но ничего не происходит здесь. Игрушки. А им не нужны какие-то, блядь, вот такие вещи не нужны им на... Что, бегать там, прыгать по чем-то. Он скорее, это обезьянки какие-то, блин, должны с этим заниматься делом. Игрушки. Белохвостный гну. Вот сюда идем, поставим его. Окей. Это мы сделали. Так, Нет, это ему не нравится явно. Так, что у вас здесь, пацаны? Сейчас мы сейчас выучим какую-нибудь часть. Но обогащение хоть более-менее плюс у них минус пошло. Активные заболевания. Социальная группа. Ну, тут более-менее стресс, блядь, стрессом. Так, что такое? Родственное сокращение. Это не, это плохо. Умерла от чего? Старость. Вызвать ветеринара. Вызвать ветеринара. Старость. 20 лет. Смотри, как долго прожили.
20 лет, друзья. 20. Так, тихо, что здесь? А, белохвостный гну. Смотрим, что мы там мы выучили. Что там? Где-то, где там? Где там оно? Вот оно. Так, у нас есть игрушка, у нас есть еда. Так, игрушка. Вольер, игрушка. Хм. Белохвостный гну. Ладно, поставим сюда тебя вот. Одну штучку. Это что? Это что? Грязевые вас. Нам нравится тоже, блядь, эта хуйня, не? Нет, мне не нравится это. Это? Это? Тоже не нравится, да? Ну ясно. Бенгальский тигр. Белохвостный гну. Вот такую игрушку, ну поставим сюда. Пусть играется. А шарик вам нравится? Нет, вам не нравится шарик. С водой вам не нравится тоже, да, получается. Подавочная гигантская черепаха, генги. Носорог. Что такое? Что ты тут нервничаешь? Что ты махаешь здесь? А, низким уровнем благополучия. Ну, подожди, мы работаем над этим, дружище. Так, 20 бабосиков здесь есть. Так. Что здесь происходит? Там, скорее всего, только одну самку. Ой, одного самца и другие остальные самки. Мне кажется, слишком много мы этих, блядь... Как его используем, этих шняги. Вызовем всех. Пусть, может, что-то надо тут подкинуть. Так, стопай, что тут. Ну, сколько накинули. Нормально уже. Так, дальше, короче, смотрим. Пока они там изучают, давайте поставим что-нибудь интересненькое в плане природы. Им нужны луга. Луга. Вот, луга. Так, что мы здесь, что мы здесь сделаем? Что я вообще планирую здесь делать сейчас? Надо такую фишку надо попробовать сделать. Не слишком маленькая, а здесь? Ух ты, бля. Окей. Если им понравится там лазить, они будут полазить. Не понравится, и чё ж с ним туда, как говорится. Так, хорошо, ладно, что у нас здесь? Так, где? Слишком грязно. Боже мой. Почему здесь все грязно? Почему вы тут ничего не делаете, пацаны? Мне, походу, надо будет заниматься зонами. Выделять какие-то определенные зоны для каждого. Уже все, чисто так. Занимаю где на майгну. И тут чисто, тут грязно, и здесь везде грязно. Ну и блин. Окей, ладно, смотрим дальше. Луга. Нет, где там это? Иди сюда. Мне надо смотреть, как ты относишься к тому или иному растению. Мне нравится тебе акация, да? А здесь? Да, блядь, ты ничего не нравится? Вообще не нравится, не понимаю. Пальмы. Пальмы тоже не нравятся. Посмотрите на него. А это? Ну, хоть это нравится, более-менее. Окей. А что ты на чай-то скажешь? Блин, как мне всегда хочется эту вот эту всунуть. Тем, ух ты, бля.
Но слишком большая, надо поменьше чуть-чуть. Так, хорошо. Ей нравится эта тема. Хорошо, ладно. Так, дальше смотрим, что еще можем сделать такое. Природа. Ой, не туда. Ну, пальмы мне не нравятся, это понятно. Так, что здесь у нас? Ух ты, блин, большой, такое большое дерево, как-нибудь засунуть его сюда, например. Секси. Секси, дальше. Что это у нас? Вау. Не слишком огромное. Такс. Хм. А вот это что? Не, ну не хочу это ставить, мне не нравится оно. А это вам нравится? Это... Ну. Сюда еще пару камушек надо забросить сюда, вот сюда. Вот такой вот тем вот. Нормально. Так, что здесь происходит? Опять низкий уровень благополучия, ты меня запарил уже. Так, что у нас по поводу исследования торговли с животными? Не-не-не-не, зоопарк. Еще не изучили, блядь. Смотрите, как долго. Я говорю, трубка зубы мне просто... Надо какую-то самку постарше найти. Давайте попробуем найти самку постарше. Самку где-то лет так 15, а? Есть, может, кто-то уже запостил? 7, 8, 8, 8... Во-во, блядь, 15 лет самка, но... 1000 монет, ну ё-моё, вы какие-то, блин, слишком... Нет, этот мне тут не подходит. Все самки молодые. Ну, тут, блин, 1000 стоит, блин. Обновить список, может, это кто-то запостил новое что-то. 7, 8, 8, 7, 9... Это самец, ну да, только одна самка, которая довольно-таки взрослая. Окей, подождем. Почему благополучие маленькое? Что случилось? Почему тебе? Ну, социальная группа не нравится, да? Ну, не понимаю, или тут вообще что-то происходит, или она доставляет до дна, или нет, без понятия, блядь. А что надо сделать еще сюда? Ландшафт. Неровные камни. Вот, уже более-менее выглядит нормально. Во. И туда мы еще, знаешь, друзья, закинем природу, закинем еще пару камней туда вниз, таких маленьких каких-нибудь. Ну, маленьких, я имею в виду.
Очень трудно определить. Так, знаешь, что сделаем по-другому? Что сделаем? Ландшафт, воду. Убрать воду. И сразу мы заценим, у нас нормально все с этими. Да. Вот так должно быть. Природа. Сюда хочу маленькие камушки. Блин, ты дайте мне маленькие камушки. Блин, ну маленькие. Озеленение, блядь, на не такое озеленение нужно. Маленький ком. Вот такой лабиринт здесь сделаем. Во, отлично. И сейчас зальем водичку обратно в ландшафт. Чистая вода. Все шикарно. Отжимаем паузу. Да уж, дайте мне следующее какое-нибудь исследование, не могу так долго. Так, из-за американский бизнес родит, я понял. Трубка зубки, они, блядь, я не знаю. Я их говорю, я их скоро уберу из-за зоопарка вообще, на, чтобы меня не парили мозг. Социальная группа. Давайте проверим, может быть. 7, 8, 8, 8, 9, 15. Смотрите, как обновляется, да, список? Просто целый. Вроде бы никого не было. Люди уже постят животных. Так, походу, выучили что-то, да? Нет еще? Так, что у нас по заработку? Ну, и заработок у нас просто бешеный. У нас 333 тысячи, друзья. 333 тысячи. Так, здесь у нас все нормально. Что здесь? Все хорошо. Как вы себя чувствуете, слоники? У вас с землей хватает, да, у вас нормально, пока что уже на грани, но все-таки хватает еще. Так, что у нас здесь? Ну, у нас эти наши работники здесь. Бизончик, как вы себя чувствуете? Питание. А что с питанием у вас? Ладно, сделаем питание вам получше тогда. Может, нам питание нравится просто. Какой уровень вообще питания дается им? Первый. Давайте третий класс им. Давайте сейчас всех по шикарнее кормить. У нас сейчас бабосиков достаточно. Отлично. Третий класс. Что здесь у вас, пацаны? Третий класс. Все хорошо у вас, да? А вы себя счастливо чувствуете, пацаны? Ага, у вас уже сейчас воды не хватает, да? Ну, надо продавать парочку. Фламинго. Зоопарк. Животные. У нас очень много фламинго. Ой-ой-ой, ёшкин, таких тут. Молодых особей нельзя отпустить на волю. Ну вот это не молодая. Так, еще сейчас кого-нибудь отпустим на волю. Какую-нибудь еще особь, такую старенькую же. 6,6 лет, это пацанчик, 2,7 года, так. Тенсы, так, 10 лет, вот это. Так, что еще у нас? Давайте я бы сам... Ух ты, блядь, 32 года, друзья. 32, 34 года. Самка. Ну вот еще самец. 10 кома. Отпустить на волю.
Так как у вас, пацаны, хватает вам места сейчас? Да, у вас все отлично. Что здесь происходит? Тут что происходит? Исследование ветеринарное. Ага. И исследовали гну. Белохвостный гну. Отлично. Дальше продолжаем. Что нам дало вообще, кстати, это исследование? Две игрушки. Или не две игрушки? Хм. Ну, поставим одну такую игрушку сюда. А, игрушку я не вижу, друзья. Вот почему белохвостному, блядь, этому нравится тол... Блин. Шарик с снегом. Это что такое? Бля, чё нахуй? Ну какую-то еще стенку поставить, куда они могли бухнуться. Африканский слон, друзья. У меня идея возникла. Ладно, потом мы это сделаем. Сейчас мне надо концентрироваться на другой теме. Больше ничего не вижу здесь. Ну, типа, чтобы им дать поиграться. А сюда мы, значит, смотрите, что придем, сделаем. Смотри, 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 смотри. Мелкий тут носится. Вот. И тут, знаешь, что мы еще можем такую сделать? Фишку одну. Объекты. Не, строительство. Эффекты. Вот такую тему. Вот. Шикарно. Сейчас тоненько будет проходить, если будет мыться. Блин, старый вызов механика, блин, мне что-то... Воду, Валерий, срочно нужно... Эу, стоп, так, тихо. Тихо. Сейчас зоопарк, смотрим. Вода. Ай-яй-яй, вот здесь. Ну, сейчас мы построим здесь одну фишку. Это что? Трансформатор. Мне нужен водяную. Это что? Водоснабжение. Дублировать. Сейчас прямо покрывает эту? Да, покрывает, все отлично. Сейчас он это все очистит. Белохвост скоро родит. Уже? Так быстро? Ой, уже родил. Или что? Нет. Как-то так очень быстро, друзья. Что-то я не ожидал, что так быстро это все произойдет у них. Бам, упал. Белохвостный гну. И где этот белохвостный гну? Где этот хвостик беленький? Вот он. Смотрите, друзья. Такой няшный. Какой пассивый, пусси, бля. Красавчик. Такой маленький. Вообще малюсенький. Офигеть. Не, ну в этом плане, конечно, красава просто. И уже толкает, блин, шарик. Да. Отлично, отлично. Животное умерло, скорость, возраст, да, возраст.
А у вас все хорошо, маленький? То я вас... Да, у вас тут просто целая куча. Так, как здесь у нас? Ой, бля, тут такая очередь. И вот я не знаю, единственное, как можно еще пустить пару рельс, типа, ну, еще. 15 минут времени ожидания. Ой, ё-моё. Я не могу, ладно, ничего сделать. Не могу добавить, типа, еще. Вот, например, когда кликаешь здесь, да, туда напишешь, вот пишет, что количество вагонов. Не разрешай мне. Если есть другие друзья, если есть советики по поводу этого, напишите в комментах под этим видео. Так, что у вас здесь, пацаны? У вас все хорошо? Социальная группа, отлично. Они в зеленом. Замечательно. Что у вас по требованиям? У вас все хорошо. Травы у вас хватает, все замечательно. Игрушек вам очень. Характерно для вида лакомства. 10 из 16. Нам надо еще каких-то лакомств тогда получить. Сейчас нас изучится. Исследование, да? Скоро будет уже. О, сейчас уже, ну, как попер. Ёшки-матрешки. Продвинутые исследования. Вот почему здесь ничего не происходит? Без понятия, почему тут остановилось. И что ты выучил? Игрушку? И кормушку? А, я хотел проверить, что я могу там... Подожди, что там продвинутое исследование? Кто там был? Вот смотри, как долго он делает продвинутые исследования. Ладно, пусть пока что стоит, как это только это, как это обучится. Сколько здесь, где здесь фламинго? Одинаково находится, поэтому потом поставим. Мне чисто интересно, что они нам доставят. Окей, смотрим, Валер, что у нас нового добавилось. Явно что-то добавилось. А что добавилось, я не вижу. Потому что пошире больше стало этого. Или мне это кажется? Ну, шарик у нас уже... А футбольный шарик у нас нет, блин. Ладно, поставим футбольный шарик сюда. И лакомство. Лакомство. О, вот это не было. И сразу появилось у нас, видите, друзья, 20 и 16, да? 46 и 61. Это слишком уже много, это больше не надо нам. У нас достаточно обогащения среды, и больше ничего нам не нужно им давать сюда. Может было, конечно, что-то ничего закинуть им, что-нибудь такое интересненькое, да? Это что такое? Для чего это? Ну, это собаки. Основная игра, американский... Ну, мне больше что-нибудь сюда ставить. Им достаточно уже. Вот, обогащение 100%. Вольер. Укрытие 60%. Что? Не хватает для всех места? Ах ты, бля. Окей. Это мы сделаем. Так, как тут слоники себя чувствуют. Вообще у них шикарно. Значит, надо гну побольше места надо, да? Хм. Им этого не хватает. Ах ты, кося. Гризли. Медведь, индийский слон, слоновая игра, большая панда, африканский слон. Индийский слон, африканский слон. Так, знаешь что, друзья, сейчас подождем. Это там, это там, кто-то спит, да? Там? Сейчас мы сделаем Валер. То бишь, место обитания побольше сделаем. А если мы поставим побольше, сейчас еще одну такую штуку. Не, ну нет, надо один оставить и все. Укрытие надо побольше, да, говоришь? Это сколько было у нас? 8 на 8. Ну, такой только не знаю, могу поставить вам, пацаны, еще.
такая большая ферма, блядь. Ну, не знаю, не выглядит не очень. Какой тебе нехватка места, алло? У тебя тут просто целая туча места. Ну? И чё теперь? У вас вольер... Что? Чё не хватает места? А, чистота. Псюзики. Окей. Так, что с деревом? Как ты тут смотришься, дерево вообще? Нормально? Повернём дерево. Ну, вас там достаточно места сейчас, идите спать туда. Что здесь происходит? Боже мой, как вы меня застали, пацаны, доставили. Меня уже не могу с вами уже больше воевать здесь. Самка. Самец. Что это такое? Два трубка зуба? Самка. Самец. Самка. Ладно, значит, поищем трубка зубов, что ли? А то мне это уже мне... так, вид трубка зуб... Блять, не то. Трубка зуб. Снимаем фильтр. Ну, вот это не раздражает, друзья, вот что-то вот это. Ой, ёпта, ген размера. Ладно, берем. Ну? Переместить? Да, блять. Ну ты меня запарил. Ну вот это единственное, что меня раздражает, что очень такая вот геморройная тема. Очень долго. Так, смотрим, поставим обратно на гну. Ну, как вы сейчас себя чувствуете? Все нормально у вас? Социальная группа, ну? Что начинается? Какой нехватки места? Я не понимаю это вот этого. Какой нахуй нехватка места? У вас, пацаны, место просто, блядь, навалом. Ну, может из-за этого вольера, может мне по вольеру побольше нужно просто.
Давай, сносись. Что тебе опять тут не нравится? Укрытие ноль. Ой, блядь. Я не знаю, с чем это связано, но не знаю. Я надеюсь, что это связано с этим. Сейчас укрытие поставим побольше им. Вот такое, блядь, пацаны, вам вот укрытие будет нормально? У вас вот такое вот укрытие вам будет нормально? А то вы мне уже чисто вымораживаете. Ну, садитесь, друзья. Ну, блядь, как это понять? У них место до звезды просто, блин. Наземное пространство. 1263 квадратных метра, блядь. Куда вам еще? Так, что тут? Тут не очень так эстетично выглядит. Я не понимаю, блин, что за фигня. А, кстати, вот какой у вас... что вам надо? Какой уровень? Второй класс. Нехватка места, мне говорит, блядь, ему 1000 квадратных метров. Это скорее всего, какой-то лак, это скорее всего, какой-то баг, лак, я не знаю, с чем это связано. Ну, блядь, скажу такой, друзья, у нас довольно-таки мощный парк уже, блин, скажу так, что эти тут еще чувствуют, все нормально тоже чувствуют? Да, это все отлично. Так что, друзья, очередное же ваше животное по вашим заказам мы приобрели в нашем зоопарке. Посмотрите, что мы тут заапгрейдили, да, красава, сделали такую вот такую тему. Если есть какой-то совет по поводу, как я могу добавить сюда еще один вагончик, пожалуйста, ставьте комменты под видео. И если кто-нибудь знает решение в этом, а вот это из этой шняги, дайте мне знать, почему вот такую херню, потому что я не знаю, я, наверное, скоро возьму, просто перестрою весь сраный вольер и все. А то или просто их избавлюсь от этих сраных трубкозубков, блин, это не меня раздражает, уже бесит они меня, вот. Так что большое вам, друзья, спасибо за ваши комментики, за вашу поддержку, конечно, отдельно огромное спасибо вам. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение насчет новых видео. А на сегодня мы, друзья, с вами прощаемся, увидимся уже в следующих видео, друзья. Всего доброго, пока-пока.